Субботнее утро жители улицы Завокзальной провели необычно. Вооружились перчатками и мусорными мешками. Вот так, плечом к плечу, метр за метром убирали знакомые закоулки. Бороться с мусором пришли целыми компаниями. Я местный житель. Постоянно тут ходим, гуляем с друзьями, с младшими братьями, с родственниками. И вот, наконец-то, решили с своими силами и с волонтерами убрать здесь мусор весь. Мимо пристального взгляда местных жителей не прошли ни сухие ветки, ни залежавшийся мусор. И пока одни расчищали завалы, другие грузили отходы в машину. Инициативу активных ставропольцев поддержали городские власти. В районе железнодорожного вокзала вот местные жители вышли с инициативой, чтобы здесь навести порядок. Ну, я очень признателен молодежи нашей и взрослому поколению, что вот они такие, как говорится, старые добрые традиции не забывают. И сегодня мы вот большим коллективом компании видим, что происходит вот такая уборка. Такие субботники, говорят местные жители, планируют сделать добрые традиции. И все для того, чтобы на своих же улицах жить в чистоте и комфорте. Виктория Шкальная, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение.